20 мая 2014 года. Я и моя жена Лида Васильевна прибыли в аэропорт города Тель-Авив, страна Израиль. Прибыли для отлета уже на родину, на Украину. Регистрацию прошли, все попроходили. Сейчас уже находимся практически возле самолета. В аэропорту красота, везде эскалаторы работают. Все на высшем уровне. Служба безопасности работает без замечаний. Все на высшем уровне. Все отлично и все хорошо.